Вооруженный мужчина, который проник в аэропорт Гамбурга и держал в заложниках 4-летнюю дочь, сдался полиции. Переговоры длились больше 18 часов. Все это время аэропорт был закрыт для всех рейсов. Полиция сообщает, девочка жива и здорова. Напомню, мужчина протаранил шлагбаум и выехал на летное поле. Он требовал пустить его с дочерью на борт самолета, чтобы вылететь в Турцию. Предполагается, что инциденту предшествовал спор об опеке над девочкой. Ранее его жена сообщила в полицию, что муж направляется с ребенком в аэропорт.